Сегодня Евгений Иванович принимает поздравления с 75-летием. Это солидная дата солидного человека, который полон жизненных сил и творческих идей по развитию Донбасс-оперы. Генеральный директор Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко, народный артист Донецкой Народной Республики Денисенко Евгений Иванович – это глубоко творческая личность с огромным режиссерским и управленческим опытом. Он почти 20 лет возглавлял Дворец культуры металлургов в Донецке и более 15 лет Донецкий областной краеведческий музей. За годы своей творческой деятельности Евгений Иванович подготовил более 300 концертных постановок, фестивалей, театральных спектаклей и творческих отчетов Донецкой области в Киеве. Был главным режиссером церемонии торжественного открытия мемориалов «Саур Могила» и «Твоим освободителем Донбасс». Благодаря богатому опыту ему доверили подготовку Дней украинской культуры в Дни Олимпийских игр в 1980 году. Был режиссером выступлений делегаций от Украины на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1985 году. Впервые в Донецкой области в 1991 Евгений Иванович реализовал проект многотысячного театрализованного карнавала, который стал традицией и проводился в честь празднования Дня шахтера и Дня города Донецка. На протяжении нескольких лет был режиссером международных соревнований «Звезды шеста». В 2011-м, в год празднования 120-летия Сергея Прокофьева, он был главным режиссером-постановщиком грандиозных мероприятий, посвященных памяти выдающегося композитора. В октябре 2014 года, в сложный период боевых действий в Донбассе, Денисенко Евгений Иванович был назначен генеральным директором Донецкого театра оперы и балета. Под его мудрым руководством Донбасс-опера продолжает работать и развиваться, покоряя новые творческие высоты. За это время коллектив театра восстановил многие спектакли довоенного репертуара, осуществил премьерные постановки и ведет активную гастрольную деятельность. В 2016 году театр был удостоен чести открывать и закрывать юбилейный год 125 лет Сергея Прокофьева с участием известной пианистки из Соединенных Штатов Америки Валентины Лисицы и народного артиста России Николая Луганского. Режиссером-постановщиком этих масштабных концертов, как и других самых важных культурных мероприятий республиканского значения, является Евгений Иванович Денисенко. Пожелаем юбиляру доброго здоровья, человеческого счастья, семейного благополучия и успешной реализации профессиональных планов.